Защита от мава-шигири. Самое, в принципе, такое распространенное. В принципе, что я делал свою карьеру, очень часто проходила. Вот. Первый номер бьет маваши в корпус, мы вылавливаем ножку, и при этом мы правой рукой, или это боковой будет, или прямой, не имеет значения, бьем в голову. После этого мы переходим на заднюю подножку. Отсюда мы выбрасываем ножку, переходим сюда. А опять обязательно контроль должен быть партнера. Если его не будет, то он может как бы убежать. Мы ее прижали, здесь показали добивание.